дорогой карбоновый велосипед. Карбоновая рама. Вот такое немножечко слегка грязненькое состояние. Так вот выглядит передний переключатель. Так вот выглядит задний переключатель. Значит, ну, колеса помыли, протянули. Теперь переходим к трансмиссии. Цепь у нас полностью растянута. Надо менять цепь. Соответственно, надо будет менять звезды. И закисла каретка. То есть она там хрустит. Ей там плохо. Она там ржавая. Но проблема в чем? В том, что попробовали снять шатун. Шатун снимается. А дальше ось из каретки не выбивается. Рам карбоновая. Соответственно, чтобы выбить ось, выпрессовать каретку после вот такого грязного жуткого состояния, могут быть проблемы. И такие вещи надо будет делать либо в присутствии продавца, клиента, либо с его согласия, что может что-то произойти неприятное. Так что не доводите велосипед до такого состояния, иначе можно и с рамой попрощаться. Так, износ цепи, как видно, 100%. Эта цепь еще не мытая. Если ее помыть, то там все провалится. Почему надо менять каретку? Потому что вот такой вот огромный люфт. Несколько миллиметров. То есть все подшипники там внутри сгнили. Дальше. Ну, по тросику видно, да, как ему плохо. Сейчас попробую вот здесь вот показать. Все окислилось, все ржавое. Все, конечно, работает, но работать это будет отвратительно некачественно. Ну и плюс тут у нас еще сказали, что рулевая скрипит. Но пока вот без нагрузки этого не чувствуется. Надо будет тоже все это перебирать, смотреть, что там внутри. Вложений очень много.